когда наш дорогой клубный лето повзрослел, юбки вообще стали похожи на чайные столики. Владимир Михайлович, да. Дорогой мой Владимир Михайлович, ну вообще-то мы умеем носить кринолины. Нас, слава богу, этому учили в институте 4 года. А уметь это мало. Надо его понимать. А вот представьте себе, если ваше платье от вашего тела отходит на метр. О. Ни один мужчина не может приблизиться к вам ближе, чем на метр. Ой, беда, 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 беда. Владимир Михайлович, в те времена пуговички на женских платьях расстегивались точно так же, как сейчас. Уверяю вас,